выглядишь, кстати. А ты можешь вот, ну, немножко обратить внимание, это же воспитанное дело. Но это важно, это не последний паровоз. Ок? Ну я на секунду, это реально принципиально, но я сейчас отпущу. Стой. Ну последний, это же не последний поезд. Да ничего не надо, хочу пообщаться. Можешь притормозить? А был бы хороший сет, кстати. Что это не последний паровоз. Я очень спешу. Ну, смотри, это важно, это намного важнее, чем, ну, чем куда-то. Ты прям в пальто в таком колючем. Холодно очень. А, ну оно у тебя колючее такое, прикольное. Это специально, наверное, чтобы парни, когда подходят, прям раз так... Да, наверное. А вот это с чем связана штуковина такая? С внутренним миром. А он какой-то... Богатый. Слушай, я не успел спросить, он какой-то воздушный, судя по всему, да? Да, да. Или это ты каждый день так ходишь? Нет. Сегодня, значит, у тебя свадьба просто или что? Нет, ну сегодня холодно. А вот эта штучка-то как бережет? Я имею в виду, что вот эта вуаль, рыболовная сеть. Она просто делает обычную штангу веселее. А! Видишь, он тебя развеселил. Я возьму на вооружение, да. Еще эта сумка, вернее, термос. Да. Че, настолько холодно? Да нет, я настолько спешу, я просто не успела. А как тебя зовут? Я просто не успела с утра выпить кофе, чтобы взять с собой. Во. У тебя вот эта штучка похожа на телефонный провод. Ну да, это еще, вот это резинка для волос, да? Да, все. Почему-то все девушки их носят на руках. Ну, нужно не всегда на волосы, на волосах получается. А сколько лет? А как ты думаешь? Двадцатничек. Вот просто. На самом деле нет. Еще больше, меньше? Больше. Не, ну как бы, может, поженимся, что-то, я поэтому и спрашиваю. 27. А очки декоративные или нет, еще не один паровоз, и все, и поедем, ладно? Вернее, я не поеду. Это для видения, да? Да, ты такая стильная. Просто, знаешь, психологи какие-нибудь там сказали бы, что сейчас ты закрываешься, ты что-то там еще. Я просто пишу с одной работы на другую, на другую. А тут прям я, да? Да. А ты знаешь, вот в жизни самое прикольное случается вот обычно тогда, когда ты не ожидаешь и куда-то спешишь. А у меня нет от жвачки белого здесь? Нет. Я все, знаешь, переживаю, хожу, да? Как это, как телочка. Ты гостишь жвачки раз. А я сам где-то стрельнулся. Чем тебе? Я могу тебе презерватив дать. Нет, спасибо. Что еще, я не знаю. А, стой. А? Ты просто гуляешь, да? Да не, я тут по работе приехал, человека жду. А. Ты прям решила, короче, обратно в зиму. Походу, как будто, знаешь, из Питера. Да, серьезно, я так одеваюсь, когда на улице. Ну, слушай, а давай я тебе как-нибудь это, если будет холодно в следующий раз, погреем. Чем? Жвачка? Не знаю, обнимашками и чаем. Чаем можно. Ну и обнимашками. А там посмотрим. Такими хорошими. Тогда посмотрим. Добрыми. Да. Не, ну а что скрывать, ты прикольная как бы. Спасибо. Я надеюсь, что тоже не совсем еще старый. А тебе сколько лет? А сколько мне? Я не знаю. Мне 32. Ну вот, как мне 21. Да. Давай я это... Давай. Ой. Сейчас тогда еще один паровоз и все. Что-то происходит, ты позвонила. Видишь, этому. Видишь, он против. Обаме в Пентагон, не знаю, отправил им смс-ку там. Смотри, ну что за хрень? Это мои родители были, кстати. Сейчас. Когда? Мне в последнее время везет на... Да? Ну, знаешь, у меня вот было время, когда мне... Мне вообще не везло, то есть если девушка, я Вова. Если она, то прям вообще никак. А в последнее время что-то... Ты сохрани... Да, чтобы знать, кто мне звонит. Видишь, пока я с тобой разговаривала, мне уже куча народ позвонила. Пробел потом поставь. Пробел. Пиши 23. Пиши S. С русскую. А, русскую. С М М мама М. Точку ставь. Серьезно? Ты про что подумала? А ты за что? Слушай, такая реакция. Это, кстати, показатель того, как девушки реагируют.
А те, которые нормальные, адекватно, они угорают, они нормально реагируют. Ты же нормальная. Да ладно, ну 23 сантиметра и че? 23 сантиметра. Это значит, хоть в чем-то я хорош. 23 сантиметра где? Догадывайся. Давай, тебе классного дня. Спасибо. Нос. Что? Эскимосский поцелуй. Ну он такой классный вообще. Сейчас будет эскимосский страстный поцелуй такой. Ну все. Все, давай. Пока. Отпущу. Не, а я смотрю, еду, такое лицо, короче, прям, знаешь, типа, давайте, подойдите ко мне, суки, я сейчас вам всем лукик пробью. Ты какая-то такая прям совсем молоденькая, да? В смысле? Ну, не знаю, лицо такое молодое, еще тело такое хрупкое. Девушка должна быть маленькая какая-то, типа, знаешь, чтобы ее можно было там потискать, пообнимать, как-то вот так защитить. Наверное, каждому своем. Но тебе 18 есть хотя бы? Конечно. Ну откуда же я знаю? Тебе 18 лет и 2 месяца. Намного больше. Нам на 19 лет. А как тебя зовут? Меня Вова зовут. Какие-то ледяные ручки. Ну, потому что замерзли. Блин, офигеть. Как же тебя ничего не греет, да? Ботиночки у тебя клевые такие. Это даже я не знаю, что это такое, это ботильоны или что? Ну, ботиночки. Нет, это какие-то лоферы там, шмоферы. А ты в магазин, что ли? Да. Если я позволю себе гадость сделать, я жвачку прикреплю. Ну, как бы некуда было ее деть. Да я не знаю, что тебе говорить, ты просто какая-то прикольная. Да. Такая, знаешь, такие плечики. Ты весишь, мне кажется, килограмм 35. Да нет. Но тебе кушать-то есть чего вообще? Не, ну серьезно. Кажется, что ты голодаешь. Кажется, что я голодаюсь. Ну, может быть, если, наверное, какая-нибудь студентка. Ну, сколько тебе, правда? Что? Сколько лет, правда? 26. Куда катится мир? Знаешь, эти подростки, которым по 16 лет, они, короче, сейчас растут, они... Там 16 лет парни, он вот такой, а девушки какие-то наоборот. Хотя девушки тоже лошади есть. Да я не знаю, что тебе говорить, ты просто классная какая-то. Какие-то... Прям засмущался. Да, брови прикольные. Тут прям лака, знаешь, столько, что, что он это, если упадет, не дай бог, какая-нибудь там птичка на тебя там в пост полета. А, то есть, когда погода, надо как можно больше лака на себя вылить. Чтобы не разлеталось, правильно. А здесь? Ну, здесь можно. А как же вот этот элемент там секси, когда так? Да это само, да. И ты идешь такая, типа, и парни просто падают. У тебя, кстати, прикольные эти сережки. Да не бойся. Смотри, давай это. Я сегодня не знаю, что тебе говорить. Сегодня погода какая-то, она меня гипнотизирует, и у меня мозги, короче, куда-то. Давай мы как-нибудь вечером там на днях увидимся. Может, у тебя еще и клетчатая рубашка. Все, рассмотрел. Не, ну с девушки клетчатая рубашка — это такая отдельная каста, на самом деле. Почему? Ну какая-то у вас своя философия. Да нет, я просто иногда так одеваю. Мы оба облизываемся. Что? Оба облизываемся стоим. Чем? Не знаю, вообще, может быть, мы нравимся друг другу. Поэтому облизываемся. Блин, ты вообще клевая, смотри, сейчас могу. Пусть, не знаю, там немножко будет необычный день у тебя. Я думаю, что последний раз классный рыжий парень там, как минимум неделю назад тебя обнимал, там, или месяц, может быть. Не каждый рыжий день. Не обнимает. Рыжий не обнимает. Рыжий, а что рыжий делает сразу? Не знаю, не встречались. Давай, значит, попробуем, в общем, на днях увидеться, ладно? Ладно. Ты такая прикольная. Если тебя одеть там в платьишко в красивое, там еще что-нибудь, ты будешь вообще суп. Ты и так, нет, ты и так. Нет, у тебя космическая попа. Просто нереальная. Как вот мне нравится, когда такие заточенные вниз ножки, то есть это тоже очень круто. Сейчас. Че, ты туда? Я нет. Он скользкий, я его из чехла вытащил, он скользит теперь. Меня Вова зовут. Сейчас. А тебе когда удобно звонить? Ну, в принципе, любое время. А ты молчишь, потому что ты стесняшка или потому что что? Не, я немножко шокирована. Почему? Ну, такой активный. А обычно к тебе подходят такие ленивцы, знаешь, такие... Привет!
пробовала. А как они сексом занимаются, извиняюсь за выражение? Не знаю, не пробовала. Как они... Как вот этот чувак. Слушай, ну ладно. Давай тебе щеки, щеки, щеки. Блин, вообще прикольные щеки. Все, нос? Не-не-не, нос. Давай, пока, хороший вечер. Ну, меня тоже можно обнимать. Ты прям вообще не обнимаю. Все, давай. Удачи. Туда, да? Все, давай, аккуратнее, пока. А ты уже знаешь, что я буду подходить, да? Нет, я не знала. Ну, ты очень классно выглядишь просто. Ты там останешься в машине, то есть ты приезжаешь и тусишь в машине. Конечно, на подземной... Да, поспала там. Да. Ну, ты будешь выходить там? Планировала. То есть все-таки планировала? Да. А что? Да я пообщаться хочу пару сек. А о твоем богатом внутреннем мире. Что? Богатом внутреннем мире. Офигеть, о твоих рваных джинсах. Космических. Привет. Будем говорить о джинсах. Привет, привет. Здравствуй, здравствуй. Ты очень классно выглядишь, кстати. Спасибо. У тебя татуха или это временно? Нет, в последнее время девушки как-то на кроссовки перешли. Ну ладно, я когда с джинсами, да. Ну просто бывает, что этот вот юбка, там нет. Все дела, платье, кроссовки. Нет, ты так не ходишь? Если честно, мне что-то так они... Ну, вот, так тоже прикольно. Как тебя зовут? Как? Нет. Здесь татуха, да? Что там? Да. Гон Вио Диос. А, что это такое? С Богом. А, господи ты, боже мой. Да. Меня Вова зовут, кстати. Очень приятно. С тобой сделать. Мою ручку ты прям не отпускаешь. Почему? Не знаю, почему. Блин, сейчас смотрю на людей непривычно. Июнь, да, и как люди в этом. Шу-шу-шу-шу. Я сегодня тоже чуть не в пальте, блин, пришел на улицу. Ну куда деваться-то, видишь, погода какая. А ты шопишься, что ли? Нет, нужно в один магазинчик забежать и в домик. И в домик? Переждать все это. Давай я тебе как-нибудь позвоню на днях, я на неделю. Не да я знаю. У меня завтра улетают, ну ладно. Что? Завтра я улетаю. Ну ты когда вернешься? Неделю. Ну ты, то есть, типа, тусить куда-то, да? Ну, типа того, да, у нас девишник. Девишник? Да. На Кипр куда-нибудь? Нет. А куда? Бангкок. Куда? Бангкок. А, ну круто, че. Я просто думал, девишник, значит, вы должны девками собраться, поехать и с киприотами там отжечь последний нет, раз перед свадьбой. Она решила... Девки любят киприот нет, вообще. Нет, мальчишник, которого в этом в Бангкоке, она решила так же, она в этом ресторане уже забронировала. Ну не ты, я надеюсь, это безнадежно нет, потеряно. Нет, я думала, я бы здесь не стояла. Почему? Ну, а разве это? Если бы я замужем ходила? Ну, в принципе, все верно. Но прилично. Мы с тобой обязательно это... Тихо, тихо, не тряси. Мы еще успеем замуж выйти так, с тобой. Контакты, это... Да я нет, так просто... вроде непривычно так замуж. Ну, вали все на меня, но я сейчас тебя отпущу. Нет, это просто так любовь. Ну, смотри, это же так классно, видишь, хуя... Нет, хуя... я не могу с незнакомым. Меня Вову зовут, познакомились же. Ну, взаимно. Давай это, ты когда прилетишь, если ты там за японского, китайского, вернее, простите. Тайского. Тайского. Да. Миллиардера, не выйдешь замуж, то я тебе позвоню. Хорошо. Давай телефон. Телефон могу, номер могу. Нет, у меня, кстати, номер в машине. Ну, сделай мне дозвон. А. Ты хотел сказать наоборот, наверное, да? Что, чего? Да я себя наберу. Это ты, что ли, там такая естественно. Модная? Естественно. Естественно, погоди, сейчас у нас это задают. Говорим. Так, сейчас. Угу. Типа много. Где ну восьмерки? Тихо, я еще не... Подожди, какой много мой... восьмерки набрал. Напиши, значит. Видишь? Псу ой. Волнуюсь, понимаешь, 9. Да. Угу. Ты мне позвонишь, я же тебе буду звонить. Ну что, я просто побежала. То подожди, ну тихо, мы это... Лимит времени. Человек занят, он ничего не собирать еще. Щеки. Да мы прощаемся, так принято, понимаешь, у людей. Но фиг с ними, со щеками. Очень, это... Давай, а**ка, короче, хорошего вечера. Вот там вход. Я тебя наберу в понедельник. Хорошо, здесь нет. Да, давай. Здорово, ребят, на связи Шамшурин. Поверните направо. Мы поворачиваем направо. Вот, значит, тема такая. В этом видео
Буквально там три примерчика каких-то знакомств в метро. Мы сейчас спустились в метро специально для этого. 100 метров, поверните. Ну, в принципе, есть время в метро, когда можно встретить прям красивых девушек и какие-то поверните станции красивых, классных, ухоженных, там, прям супер-пуперских. Но в этот раз, как говорится, извините, какие были. Вот. Но так или иначе, три каких-то ситуации в метро. То есть, смотри, значит, тема это видео. Не столько там какие-то подходы, которые мне уже, честно говоря, реально настоебало снимать, а то, как знакомиться в метро. То есть пару фишек, пару каких-то моментов хочу сказать про то, как знакомиться в метро. То есть какие там есть особенности. Значит, особенность, пожалуй, самая такая первая, что люди куда-то спешат, и они прям вот все уезжают. И как я смотрю, наблюдая, как парни пикапят где-то в центре, то есть есть такая тенденция, что люди боятся останавливать девушек. То есть вот у меня в моей модели обучения мы обязательно их останавливаем. То есть в чем плюс, что ты сразу в том числе ее заинтересовываешь своим поведением таким мужским, таким дерзким, что ты себе это разрешаешь, потому что кто-то даже боится потрогать, а ты просто берешь, говоришь, постой секунду, там, куда ты ее отводишь. То есть ты ее останавливаешь, во-первых. Это уже заинтересовывает. Во-вторых, как бы так эффективнее для тебя, потому что девушки часто куда-то бегут, спешат, а тебе в другую сторону. То есть вот два момента. Поэтому в метро один из моментов надо останавливать. И вот в одном из этих подходов... Слушай, а дай прям на 5 секунд тебе в сторонку. Что? Зачем? Да я к тому, что это не последний паровоз. Я очень спешу. Ну, смотри, это важно, это намного важнее, чем, ну, чем куда-то. Ты прям в пальто. То есть в одном из этих подходов... То есть, как бы, ну, не самый лучший пример, да, но я вот девушку остановил, попросил не заходить в вагон, попросил постоять со мной, потому что это недолго, следующий поезд будет скоро и так далее. То есть, вот такая особенность, попросить ее остановиться. Причем можете встать буквально между ей и поездом, улыбаться, показывая, что вы безопасны, да, вы с добром. Так, куда ехать-то, блядь? Сюда, что ли? Сейчас, ребят, секунду, тут какой-то... Интересный эль моменто. Вот. Показываешь, ты с добром и ее тормозишь. То есть это вот такой момент. Что еще? Там шумно, да. Поэтому отводите девушку куда-то в сторону от, ну, от платформы самой, куда, где едут поезда. То есть останавливать придется. Если, например, у тебя проблемы с тем, что ты не можешь разрешить себе останавливать девушку, как-то распускать руки, есть отличный вариант. Это спуститься в метро или куда-то вот на какую-то платформу электрички и попрактиковать там, чтобы отработать. Кто там сидит? Ну, она так сидит. Тима, только лицо не снимай, ладно. Ну, ей похер, короче. Смотри, значит, чтобы отработать вот именно необходимость останавливать, там хочешь не хочешь, придется тормозить девушку. Вот. Плюс, да, ты уже ближе стоишь, ближе общаешься. Какие еще особенности знакомства в метро? Что там еще есть, Тима? Много людей, типа, надо, чтобы ей комфортно было. Ну, смотри, да, там люди... Бывает такое, что ты на эскалаторе где-то девушку поймал, и вы тут же стоите, то есть включайте мозг, тут же стоите, общаетесь с ней, вас обходят люди, ей некомфортно, тебе некомфортно, какие-нибудь там быдло-старички врезаются в тебя периодически, там, случайно или не случайно. Поэтому, если где-то возле эскалатора поймал, отведи куда-то в сторонку, то есть общайся так, чтобы, еще раз, везде нужно делать себе комфортно. Это вот как особенность метро, так и особенность, в принципе, любого какого-то общения, любой коммуникации. Ну, как-то так, смотри, здесь еще очень много фишек есть, на самом деле. Их там просто бесчисленное количество по поводу знакомств в метро или на транспорте. Что хочу сказать, то есть у меня в начале сентября уже точно... То есть это будет с 1 по 10 сентября этого года. У меня выходит книжка, которую я уже буквально 2-3 года рожаю. По чуть-чуть пишу. И сейчас она практически готова. Уже идут переговоры с издательством. Я ее дописываю, дошлифовываю. Книга будет очень крутая. Там будет... Сейчас, секундочку. Алло, мам. Привет, я тебе перезвоню через минутку. Да, давай. Значит, книга будет очень крутая в том смысле, что... Ну, там будет все, все, что я мог выложить. В том числе будет очень много тем по поводу знакомства с конкретными какими-то, не с какой-то водой, а именно с конкретными вещами, что ты можешь сделать, должен сделать, какие-то фишки, какие-то примеры из жизни моей, из жизни моих клиентов и того вообще, что у нас когда-либо случалось, может случиться с тобой и так далее. Практически все возможные ситуации будут описаны там. Смотри, какой момент по поводу книжки.
Значит, смотри, я написал все, что мне в голову пришло, все, что я мог, все, что я собирал все эти годы, но... То есть мне хочется дать тебе еще больше пользы, то есть еще написать тебе что-то, чтобы именно твой вопрос был раскрыт в этой книге. Поэтому у меня к тебе просьба, да и вообще ко всем остальным, под этим видео в комментариях я прошу, напиши те темы, которые было бы интересно послушать, почитать, вернее, в этой книге. Любое, все, что тебе интересно. Может быть, как я стал тренером, может быть, как знакомиться, не знаю, там, с троюродной сестрой двоюродного друга твоего брата, там, все что угодно. То есть, все, что для тебя является интересным, злободневным и актуальным, напиши. То есть, на какие темы ты хотел бы увидеть в моей книге главы, часть статей, содержание и так далее. Договорились? Пиши в комментариях, мы обязательно прочитаем все это вместе с моей командой, я это учту. Вот. Ну и как-то так, на связи был Шамшурин. Вот. Значит, ну тут просто пришлось по-быстрому повернуть. И вот тебе несколько примерчиков, что можно делать в метро, как можно знакомиться и так далее. Увидимся. Если тебе понравилось это видео, ты можешь меня отблагодарить, поставив лайк. И обязательно подпишись на канал, чтобы посмотреть мои видео первым. Не забудь посмотреть предыдущие выпуски. Увидимся.